Лучшие спортсмены экстренной службы получили награды. Сегодня в Якутске помимо основного балла чемпионов прошел и бал чемпионов Государственной противопожарной службы Якутии. Подобное торжественное чествование спасателей, добившихся высоких спортивных достижений, прошло впервые нынче. Станет ли это традицией и кто удостоился наград, расскажет Виталий Абрамов. Пожарные, спасатели, да и в целом все сотрудники экстренных служб всегда отличались своей спортивной подготовкой. Ведь от их физической формы зачастую зависит наша с вами жизнь. И особенно отрадно, когда они занимают призовые места на соревнованиях. И вот с нынешнего года противопожарная служба Якутии решила отдельно чествовать своих спасателей. Так, в нынешнем году на счету работников ГПС сразу два чемпиона Европы по масс-рестлингу. С работой совмещать тяжеловато, но удается. И то, что я всегда нахожусь в тонусе, конечно же, помогает работе. Для нас, спортсменов, это очень приятно получить такие почетные грамоты, такие сертификаты. И, что скажем, в дальнейшем мы будем дальше продолжать заниматься спортом, будем продвигать нашу противопожарную службу. Помимо международного уровня, среди сотрудников немало и тех, кто представлял республику на федеральных и межрегиональных уровнях. К примеру, чемпион по скоростному сенокошению всероссийских летних сельских спортивных игр. Еще 6 лет тому назад, когда мы впервые участвовали на подобных соревнованиях, все удивлялись, что якуты так косят траву. И вот с тех пор мы не опускаем эту планку. Также работники ГПС показывают высокий уровень на своем профессиональном виде спорта – пожарно-прикладном, а также в остальных более традиционных. Всем спортсменам вручили почетные грамоты и ценные подарки. Также мы отмечаем наших ребят, которые аппараты управления занимают активную жизненную позицию, постоянно участвуют на соревнованиях, посещают спортивные наши комплексы, занимают многими видами спорта. Конечно, исходя из своих возможностей, мы их отметили денежной премией. Организаторы надеются, что такой бал чемпионов станет в будущем уже традиционным. А спортсмены обещают показывать еще более высокие результаты. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.